России, наш президент, вас наша сила, право и честь. Призываем всех россиян дружно, единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за путь самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, позиция Путина, партия «Единая Россия», наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Господин Халилов, поздравляем вас, поздравляем вас с праздником, вторым президентским сроком Медведева. Только поздравьте Медведева с высшими наградами и вас, лауреатов фестиваля «Слава и честь России». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Встречаемся. Вы самый выдающийся дирижер нашего времени. Встречаемся. Уважаемый господин президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами России, Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашу мужчину, Ивану Владимировну, Дмитрию Александру Владимировну, Владимировну, вас главных героев России всей планеты, Антон Иванович Сердитов, Марти Мирогалиева, Юрий Яковлевич Чайков, Коновалова, Бортникова, Шойгу, Громова. Громова, вас главных героев России всей планеты, поздравляем вас с высшими наградами форума военной технологии, машиностроения, с фестиваля «Слава и честь России», с высшими наградными орденами «Единая Россия», «Отечество, долг и честь», «За единство, веру, славу России», с высшими государственными премиями России. Мы все участники фестиваля «Слава и честь России», форума военные технологии, машиностроения. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, партия «Единая Россия», наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Прекрасно проходит форум военные технологии, машиностроения. Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, партии «Единая Россия», наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Герои нашей армии, отечественные сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Любимая отчизна, любимая страна, в ней высший смысл жизни навеки нам дана. Медведева Дмитрия Анатольевича, Владимира Владимировича Путина, партии «Единой России», велика, слава, ура, ура, ура! Поздравляю! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, 32-го Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине, Владимиру Путину. Звонил нам и спрашивает, вот как вот, хорошо ли я был, у тебя получается здорово просто. Высшие награды 32-го Московского международного фестиваля и фестиваля «Слава и честь России» вам, самым красивым мужественным людям на планете, главным героям России и планеты, самым главным человеку 2010-2011 эпохи Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Владимиру Александре, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, вам, главным героем России всей планеты. Поздравляем вас, мы творческой группы «Нестер Метлицкий». Голосуем вместе со всеми участниками 32-го Московского фестиваля Никита Сергеевича Михалкова, госпожа Быстрицкой, за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия».